Так, всем привет, ребят, вы на канале Бутербродец, это седьмая часть прохождения Call of Duty WW2. Похитили у нас Цуцмана, и сейчас надеюсь, что мы будем его спасать, или же там, ну, он вернется, и все будет у нас хорошо. Так что будем смотреть. Вот, ну а пока напоминаю, что на Твиче проходят стримы, ссылка в описании. Также есть Дискорд, где я всегда выкладываю самые свежие новости, когда выходит новый ролик на Ютубе, или начинается стрим на Твиче. Плюс в Дискорде вы всегда можете найти, с кем поиграть, ребят. Еще есть ВК-группа, я там тоже много чего выкладываю, так что все ссылки в описании, переходим, пользуемся и радуемся. Вот, ну что, жмем дальше. Прохождение. Так, я смотрю, у нас остался один рейн. Это разве это последняя миссия, что ли, скорее всего, будет? Очень странно. Март 45-го года. Давай посмотрим. С 99-й и 9-й бронетанковой мы должны занять мост у Ремагина. Форсируем рейн, и сопротивление немцев будет сломлено. Все, чего я хочу, быть рядом с Хейзел, когда родится ребенок. Но я должен убедить Пирсона вернуть меня на фронт. Я должен найти Цуса. И знаю, он поступил бы так же. Если я не вернусь, Пол, позаботься о них. Так, ну все, мы типа сейчас будем договариваться, чтобы нас все равно вернули, и мы спасли Цуцмана. Воу-воу, ты куда? А ты как думаешь? Это суицид. Я бы туда не совался. Пирсон в запое. Спасибо. Да ты твою мать шутишь, что ли? Я не брошу Цусмана. Скажи это капеллану, а заместитель, не выполняющий приказы, мне совершенно не нужен. Вы не подчинились, когда отказались уйти без своих ребят на Косырине? Сейчас, походу, по жопе даст, да? Что ты сейчас сказал? Вы слышали. Иди отсюда, пока можешь ходить. Дэвис рассказал. Вы просто пытались сделать для своего взвода все, что могли. Убирайся. Ой, я говорил. Убирайся! Я никуда не пойду. Вон я сказал! Проклятие! Два раза? Ай! Мне приказали отступить, но я не мог их бросить и сказал парням, что мы удержим этот перевал до подхода подкрепления, но оно не пришло. Не пришло. Так что да, ты прав. Я обрек своих на смерть. Иди. Только вместе со взводом. Думаешь, ты такой храбрец, да? Попробуй быть храбрым, когда изо дня в день вокруг тебя гибнут твои люди. Тёрнер бы не сдался просто. Тёрнер мертв. Так поступите достойно! Нет слишком больших жертв! Ты ничего не знаешь о жертвах! А как вам это? Почетное увольнительное за подписью Дэвиса. Мой билет домой. Я мог бы получить все. Славу героя, любовь своей девушки, черт, даже бронзовую звезду. Но есть последнее задание. Да ты бешеный. Бешеный — это еще мягко. Черт с тобой. Сержант? Я сказал, черт с тобой. Ты принят обратно. Прочь с дороги. Думаю, вся шайка в сборе. Нет, не вся. Захватим мост и найдем Цуса. Есть, капрал. А, он также меня еще и капралом оставил, слушай. Если Цусман жив, он за тем мостом. Но его еще надо взять. Ну что, вот и он. Последний мост через рейн. Переправим колонну, и мы в самом центре. Они у нас в руках. Слушай, пан, или пропал. Все нас к этому вело. Блять. Держись!
Ебать, засада. Ладно, со мной, давай. Нам надо занять въезд на мост. Есть, сержант. Пошли. Эй, не хочу жалеть, что дал тебе второй шанс. Не пожалеете. Пошли. Валим, да. Ой-ой. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Не так сильно, подожди. Больно, 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 очень больно. Очень, очень больно. Бля. Агю, как укрываться-то? А. Я понял, что с тех башен стреляют. У нас и вот тут стреляют, блядь. Прям вот, перед нами. Вот там еще один бегает, засранец. А вы что стоите, блядь? Что? Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Я, мне кажется, я что-то делаю неправильно, наверное. Или все правильно, за танком я. Ой! Да, блядь! О, у меня хилок нету. Блять, ой. Прости, я тебя в ногу там немножко пёзнул, да? Бля, ну, у меня одно хп там было вообще. Чё я там сделаю с одним хп? Там просто пожу... Да хорош! Да умереть! Уроды! Просто у... Отъезжайте нахуй! Так, давай. Давай, братан, что-нибудь. Так, 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 тихо, 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 чтобы они попали. Перезарядка. Аккуратненько, аккуратненько, понемножечку, потихонечку. Сейчас мы пройдем. Сейчас панцер Шараус этот вылетит в сторону. Ой, блядь, с моста стреляет. Подожди, давай-ка вот так перебежим. Ух ты, блядь, опять залетел не туда. Да спереди, пацаны, мне опять одну хп оставили. Так, и как? Давай-ка дымку. Бросаю дымовую! Кидаю дымовую! Так, тихо. Что-то получается, да? Гранейт! Ой, блядь, это не то. Это дымка нахуй. Вовремя. Все, я понял, но тут вроде уже все. Открывай. У-у-у-у-у. Так, ладно. Все, понял. Верхние этажи. Бросаю гранату. Гранат. Чего я там так стреляю? На еще гранату тебе. Вроде про канала. Хилки есть? Тут нету хилок, ничего, никого. Блять, у меня две грены осталось, да? Давай и вот так вот еще. Граната, пацаны. К вам граната приехала. О! Ништяк. Так, нету. Нет, нету. Так, еще давай вот так сразу сделаем. Дэниелс, я прикрываю. Зачисти верхний этаж. Бля, никого не убил. Вот что это? Один выстрел и пиздец. О, хилка появилась, блядь. Так, похилились. Кинули грену туда. Куда ты бежишь? Это уже был мертвый, да? Сука.
все равно, смотри, вот, вот раз попал. И все хп мне снял. Давай, вот так вот. Гранат, пацаны, да? Все. Приехали. Вон туда гранату давай. Надо аккуратно. Че, сдаешься? Бежать! Быстро, быстро, давай. Все, в плен. Все чисто. Если нужны гранаты и дымовые, только скажи. Надо, мне бы еще хилочки. Так, это мы захватили, теперь что у нас? Вниз дальше идем? Или что? Что делаем-то? Сувенир? Со мной. Направляемся на мост. Если нужны гранаты и дымовые, только скажи. Так давай! Сейчас приду, подожди. Мне все надо, и грены, и дымки, блядь. Рауты взорвут мост, надо остановить их. Стайлз, у тебя. Все бросили в бой. Просто тяни время. Мы займемся зарядами. Так, я иду вперед, а Дэниелс и Стайлз прикроют инженеров. Готовы? Да. Пошли. Вперед! Грены мне дайте только. Эй, вы! Обезвредьте заряды под основной конструкцией. Рауты отходят! Тихо, давай, пригодятся. Так, погнали. Думаю, ой-ой-ой. Пока можно вот эту тему взять. Впереди. У тебя на прицеле, Дэниелс. Огонь! Все, тихо-тихо, пацаны. Куда ты, блядь? Куда поехал? Нельзя куда-то ехать, пацаны. Нихуя тут динамита, блядь. Там уезжает кто-то, да? Блять, взорвать собираются. Тормози, тормози, тормози. Нет, нет, нет. Бля. Пиздец, мы не успели, что ли? Его все-таки взорвали. Блять! Я в дырку провалился, братан, сорян. Так, помчали. Во-во-во-во-во-во. Вставай, надо идти. Бля, ну... У нас еще есть дело. Вот что ты тут сделаешь? Мосту-то, походу, все равно все пизда вообще. В целом, да? Бля. Ой-о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 й
Тихо. Блять, хватит бомбить. Давай вызову. Давай вызову. Еще дымовую. Ага, лови. А, это я не то, да, вызвал? Или то? Ой. У меня нет хилок, да? Пиздец. Ну, вызвал я арту, и чего толку? Полетела граната! Давай сюда! Мне нужна хилка! Пацаны, мне нужна хилка, срочно! Че за залупа мне сейчас тут прилетела в карман, блять, а? Что это? Что это было? Швыряю дымовую! Гранаты дымовые нужны? Пока нет. Пока все есть. Так, давай. Гренейд! Да... Кто мне со спины вообще меня убил, блядь? Это чё? Так... Подожди, чё за хуйня? Туда не надо подходить, что ли, или чё? Я ничего не понимаю. Ну-ка. О, смотри, хилка появилась у меня.
Так, все? Блять, там вон с РПГ это. Сволочь сидела. Так, минус снайпер. Еще. Патронов нету. Где какой мотоцикл? Тихо, тихо. Три патрона, да? Блять, куда ты с огнеметом лезешь? Давай гранаты, гранаты, давай. Кидай сюда. Лови. Так. Вроде что-то пошло, да? Минус. Минус. Ой, вот этого убейте. Минус. Минус, минус, говорю. Обоих? Нет, еще один. Так, все, понял, пошел наверх. Сейчас зачистим. Так, грену. Давай, 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 давай. О! Так, патроны. Это уже хорошо. Блять, ты что, спрятался? За батареей. Ой! Тихо, тихо, тихо. Блять. Куда, 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 куда пошел? Тормози. Не так быстро. Так, нате грену, пацаны. Полетела граната! Забирайте. Это все. Один был, да? О, еще один сувенир, смотри, нашел сразу. Блять, аптечки. Ёб твою мать, смотри, аж три аптечки. Все как надо, вот. Вот это я понимаю. Так, а где выход? Вот он. Еще одну башню зачистили. Но мост, скорее всего, мы проебали. Я не думаю, что по этому мосту техника проедет. Скорее всего, только пешочком пройдем и все. Самолеты разбомбят мост! Мы должны захватить зенитки! Окей, давай, погнали. И сбить самолетики надо, да? Да хуя, братик, где грены? А грены, блядь, не откатились. Так, дымку дали, пошли. Блядь, вот это чё? Ты как забежал-то сюда? Ты бы хоть чуть-чуть бы чистанул бы для начала. Все, погнали. Все, блядь. Ни хрена не видно. Да я понял, понял, иду. Вот это... Бросаю гранату! Сука, да подожди. Это граната, блядь. Надо стрелять. А без гранаты ебашить. Так, перезаряд. Да сука. Все. Так, отхилились. Взяли патроны. Погнали. Да подожди ты, какая зенитка тут... В дыму ни хрена не видно, а по мне шьют как только могут. Прям хлещут. Куда побежал? Да сука. Аптечка, блядь. Ёб твою медь. Так, давай-ка похилимся. Сначала. Ой, твари, ты посмотри, что творят-то, а? Просто все у меня сняли. Ой, еще и живой стоит. Ты, может, стрелять будешь, а? Ты, сука, меня опять... Блядь, ну-ка... Ну-ка дай. Вот так вот, нахуй. Пиздец, блядь, смотришь, здесь стоишь. За... Этому скажи, чтоб меня прикрывал, блядь, хоть иногда. Так. Стреляю, стреляю, все получается вроде. Или нихуя не получается. Блять, одни улетели. Получилось, Дэнни? Получилось разве? Не попадаю в этих. Они тебя увидели. Понятно, что увидели, блять.
Блять, прям на меня летят, да? Ну вы что-то, пацаны, опрометчиво это сделали. Есть! На час! Это... А, ну да, это вроде на час. Покажем им! Вот. У меня как раз патроны... Патроны кончились. Это наши птички уже прилетели. Теперь они просто А хуй! Вы чё? Угораете, что ли? Это чё такое вообще? Вот тут... Тут километр вражек врагов уже сидит. Так, а почему я сейчас достреливаю? Понятно, что увидели. Куда уехал? Ой, смотри, а у меня патроны-то есть еще, да? А теперь нету. Фух. Здесь у нас все прошло. Сейчас что, опять здесь орава? Блять. Не надо, пацаны, стойте. Стойте, дайте откилиться, пиздец. Гранаты дай мне, дай. Давай гранаты. Быстрее! Ебать, вы чё, угораете? Как они к вам... Как они вообще к вам подошли? Ебать! Ещё хрена, ёб твою медь! Нахуй, я пошёл в этот... Так, я тебе помог. Блять, ты умер или нет? Сука, что, все равно умер? Ёб твою медь, что происходит? Ой-ой-ой. Ой, хилка. Так, похилится. Что, танки проехали по этому мосту? На грену! Держите по грене, блядь, пацаны. Ебать, нихуя не видно. Хилок нету, ничего нету. Вы его там что, убить не можете? Вы это что такое? Я понимаю, что надо присоединиться к отряду. Ой, ёб твою медь, опять мне в лицо плюнули. На нахуй. Стоять, пацаны. Фух. Ебать, вот это эпичный бой сейчас был вообще максимально. Просто... Они выходят. Просто максимально эпичный был. Они сдаются. Все кончено. Все кончено. Фух. Сложно было. Мост наш. Капрал Говард. Как он пережил вообще эти взрывы, этот мост? Это же я вообще жесть. Я должен перед вами извиниться. Ты мне должен гораздо больше. Да все, ладно, что ты сразу. Проходите. Должен гораздо больше. Вошли в историю, ребят. Первыми перешли рейд. Что вытаращился, Фриц? Есть сообщение о лагерях военнопленных. Дэвис приказал не начинать зачистку без его разрешения. А ты знаешь, что делать с приказами Дэвиса? Вас понял, сержант. Ладно. Все, мы идем за Цуцманом. Мы сейчас спасем Цуцмана. Я горжусь тем, что первый плацдарм на Рейне захватил именно наш взвод. Колонна движется в самое сердце Германии. Мы, считай, уже победили. Но я нет. Нет, пока не найду Цуса. После моста мы пошли на восток, по пути обыскивая лагеря. Мне казалось, я знал, что такое жестокость. Оказалось, нет. Но одно могу сказать точно.
Я никогда не забуду того, что видел. Выжившие сказали, что других пленных и Цусмана забрали в небольшой лагерь в 3 часах к востоку. Остается только надеяться, что он сумел выжить. Ну, они там долгое время, да, что его зимой поймали, а уже лето. Че, кого? Последний. Похоже на трудовой лагерь. Идем. Его весь уже разбомбили? Мне кажется, здесь никого нет. Двери не открываются, нет? А там есть люди, нет? А чё двери-то никакие не открываются? Погоди. Ну давай, может, ты что-нибудь откроешь? Потому что я почему-то двери, блядь, не могу открывать. Наши парни. Доставай фотоаппарат. Люди должны знать. Бля, неужели Цуцмун здесь тоже? С ними обращались хуже, чем со скотом. Избивали, морили голодом и заставляли работать до изнеможения. Я думаю, тут без комментариев вообще в этом плане. Сюда. Нацисты хладнокровно убивали наших парней. И никакое адское пламя не очистит их вину. Думаю, их казнили в назидание другим. Убивали самых слабых. Тех, кто за ними не успевал. Дэниелс, сюда! Бля, ну нет. А ну-ка, взгляни на это. Следы ведут в поле, видимо, туда их и повели. А, нет. Тогда и нам туда. Но, боюсь, шансов мало, Капрал. Я обещал Цусману. Мы его найдем, но не гарантирую, что живым. Сержант, я вперед! Цусман! Подожди, зачем ты кричишь? Тут же враги. Круг всегда замыкается. Все, что я сделал и что хотел сделать, будто всю жизнь я шел к этому моменту. Нам пора домой, братишка. Пол! Так его брат все-таки умер. Ты умер там, в снегу. Потому что я не смог. К черту. Я иду, Цусман. Ты не умрешь, брат. Нет. Пиздец. Не сегодня. Цусман! То есть брат у него все-таки погиб там. А я думал, что брат все-таки живой. Ебать, печальных моментов здесь в этой игре, это вообще просто, Цусман! Просто километр. Вот прям очень много они сделали печальных моментов. Блять, убивают? Yeah.
Пошел в очко, урод, блядь. Приехал? Блядь, успели все-таки. Я сплю, наверное. Вот уроды. Я думал, что про нас забыли. Что я тут умру в одиночестве. Попей, не спеши. Ты всегда приглядывал за мной, Пол. И сегодня, думаю, тоже. Лишь одно помогает тебе держаться, если совсем тяжело. Когда рядом с тобой твои братья. История взывала, и вы ответили. Вы все разные, но пришли защитить мир и свободу. Благодарю. И весь мир благодарит. И что бы ни случилось, знайте. Вы теперь навсегда причислены героем. Ну что ж, парни. Цусман хотел отдать тебе. Это тебе больше нужно. У тебя ребенок. Благодарю за доверие. Ты справишься. Джентльмены? Квинс! Блудный сын вернулся! С тобой все нормально? Навещу Цусмана. Сержант? Домой, сержант. Да, я дома. Ты опять на службу? Слишком давно я не был в Техасе. Береги себя, парень. Есть. Когда сын спросит, что я делал, скажу, сражался. Вместе с первым и бешеным Пирсоном. Бешеный — это еще мягко. Мне кажется, сейчас в новых сериях если колды... Если будешь в Чикаго, заеду. Может быть, я раньше окажусь в Лонгвью. Таких да, переживательных моментов очень мало стало. Знаешь, когда нас взяли в плен, они отняли не только свободу. Мы были вместе, но мы были одни. Ища любой способ выжить. Но ты... мог уехать домой героем. Зачем ты вернулся? Я видел жизнь, но жить не научился. До конца. До конца. Две недели спустя. На сей раз сон был другим. Мы добрались до дома. Вместе. Я все слышу вой волков, Пол. Иногда даже вижу их. Но ты показал мне, как с ними справиться. Так что это твое. Твоя жертва помогла мне понять, что герой рискнет всем для спасения брата. И ты навсегда мой брат и герой. Хорошая история. Хорошая компания получилась. Ну вот да, я повторюсь еще раз. Сейчас очень мало где ты сопереживаешь, получается, игроку именно в колде. Вот прям очень мало. Такие же практически впечатления я получил в Вангуарде, когда проходил ее компанию. Она была шикарная. Там тоже, в принципе, ну, достойная серия, достойная компания. Прям мне тоже очень сильно понравилось. Ну, а в остальном, что хочу сказать, ребят, всем спасибо, кто посмотрел все эти серии, кто был от самого начала до конца, и сейчас досмотрел это тоже до конца. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать свои прекрасные комментарии. Ну и напоминаю, что на Твиче стримы, в Дискорде новости, с кем поиграть. Есть ВК-группа, там тоже много чего есть интересного. Все это есть. Так что
Могу сказать еще раз, всем спасибо, всем хорошего настроения и до следующего ролика, ребят. Всем пока-пока!